С кем ты разговариваешь, Тат? Я говорю, с Дедико. Чеми Дедико. Ме карту арвици. Мере куэла пи. Месмис мере арла паракоп. Аграм паракоп. Аграм арла паракоп. Мере куэла пери Маграм куэла пери месмис. Маграм куэла пери месмис. Супер, тата, молодец. Равкна. Равкна. Добрый день, моя красоточка. Привет, привет. Queen, queen, прям... Ладно, вам как у вас... Все, давай, попробую, целую, моя дорогая, целую. Саквар леби. Мазлоп на нито. Та и харец. Комплаза. Где вы живете? В каком городе? Я живу в городе Гуанчжоу, в Китае. И гейшу у меня дету. Подождите, сейчас я покажу ему, куда повернуть. Я с вами. Пять секунд. Un momento. Вы, у меня в диету, вы у Долди Золи. Это餐厅, я в диету, хорошо? Спасибо. Все, показала ему. Ему надо развернуться. Диату. Это повернуться. Повернуться. Просто. У нас, слава богу, не так. Но не дай бог, чтобы они не прошлись по всем городам потихонечку, так как по Шанхаю. Такое здесь практикуется обычно. Бывает такое. Общаетесь с Африкантовой ТВ? Редко-редко, практически не общаемся. Ну, общаемся. Если увидимся, я буду очень рада. А так, такое прям, а в десна не целуемся. Доверия нет. Доверия нет, Танюшка. Танюшка утратила мое доверие. Приветик. С работы едьте, Мариночка. Да, сегодня, ребята, сегодня у меня было 9 уроков, и с сегодняшнего дня у меня будут 9 уроков. Тогда я сказала, я говорю, снимите с меня вот эту вот танцульки и песенки по утрам. Я говорю, я не буду это делать. Но добавилось у меня еще сколько часов? 5 часов. Пардонте. Немножко наглеют они, немножко они плохо себя ведут. Мне надо... Ну, в принципе, у меня очень хороший перерыв, 4 часа перерыва, поэтому потерплю. В Россию не собираетесь? Пока нет, пока не собираюсь.
还要浅一点。对，还要浅一点。对对对对对对。还有，直走直走直走直走直走，直走一点点。对对对对对对对。直走是吧？是的，是的，是的。是，开始讲。А где вы работаете уже? Вроде что-то типа бизнеса. Ну, бизнес, у меня есть бизнес, но я еще и работаю официально в школе, преподаю английский. И жду, и жду. Тебе еще ее центин, ала буда центин, тебе, тебе. Ала буда центин, тебе. Хаба. 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 До него и не донесла, конечно, что я хотела. Ну ладно, я пойду с немножко пешком. Так. Надеюсь, что у нас не пропала связь. Очень захотелось, ну очень захотелось. Здесь такая выпечка, здесь так вкусно кормят, это просто нереально. Я очень люблю вот этот ресторан. Мадо называется. Здесь просто нереально кормят. Просто нереально вкусно. Как дома прям. Они даже мороженое сами делают. Смотрите, сколько. Прям сами готовятся. Сейчас я вам покажу мою любимую. Вот это вот. Это очень похоже на грузинское, на грузинскую ачму. А вот, очень вкусно прям. Это слоеное тесто, вареное между ними сыр. У них очень много разных продуктов, которые очень нужны иностранцам. Так уж и здоровье. Ну, когда я работаю, конечно, мне приходится немножко себя сдерживать, чтобы не совсем отдавать свою энергию, потому что когда я просто полностью отдаю всю энергию, тогда я начинаю болеть. Гаданья. Держите их к себе, поверну. Hello. Please. Hello. Yeah. I know what I want. Please stay here. Так, 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 привет из Сочи. Сочи, привет! Так. Ой, а у Иготейка? Да. Ях, 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 это не все. А, тебе еще больше, 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 больше. Я знаю, что я хочу, прям конкретно знаю, что... О, Иготейка. А, да. Что, Иготейка. Я хухуна. Хуча. Кэй, хода неся. Хода неся. Да, 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 я告诉 你. Ингайши, я кэй хуча, я хочу фан, что мы должны. Чего же Apple, что бы... Мэй ю Apple Pay, что бы... Mm. 好，我可以一会儿告诉你，好不好？这个是一点点块的，好不好？好吧，谢谢。
Так. Привет всем новым зашедшимся. Всем благословенного дня вам. Ремонт, ты здесь? Позвони мне, пожалуйста. Ремонт. Да, супер. Ремонт. Вышел, наверное, уже. Татьяна. Very interesting. Татьяна. Не Татьяна, а Татьяна. Ой, я заказала вот эту грузинскую вот эту ачму и заказала котлеты. Это очень вкусно, прям вот. Я обожаю это блюдо. Они вообще не похожи, это баранин из баранины. Они не похожи на наши котлеты, они совсем другие. Вот я сейчас вам покажу, что я заказала. Заказала вот эту. Он очень вкусный. И заказала я. А что тут к брекфастам пришла? Вот эту. Обожаю его. Обожаю. Просто обожаю. Вот этот гарнир. Просто нереально. Вкусно. Ну, это что-то турецкое пиде. Ну, с этим. Лимонад, что ли, заказать, чтобы ничего сладкого не съесть? Подожди, сейчас посмотрю лимонад. Они сами делают лимонад. Потому что заказать чай, это придется мне заказать еще что-нибудь. Лучше я закажу лимонад. Что-нибудь сладенькое. Не хочу так много есть. Хорошая женщина. Спасибо. Как цены по сравнению с Россией? Такие же, как в России. Такие же. В таких ресторанах, иностранных ресторанах, где, в которых держат иностранцы, конечно, дороже, если не дороже. Ё-моё, лимонад, ма, лимонад. Лимонад. Чего же лимонад, ма? Лимон汽水，这个。啊，лимон汽水。这个是果汁。可以，给我一个柠檬汽水。这个是。是的。我只是要柠檬汁，чтобы избежать какого-нибудь десерта。 Я в Гуанчжоу, в городе Гуанчжоу. Yeah.
сделать что-то вот с этим. Прям срочно. Здравствуйте, Светлана, здрасте. Это вы мою бесечку видели, да? Добрый вечер, как поживает ваша приятельница, вон Суженька. Зорита хорошо, уезжает скоро, на совсем. Но ей продлили контракт, по-моему, на 3 года, что ли. Но она полгода будет работать во Франции, полгода здесь. Как у вас обстановка с Тайванем? Ничего пока не говорят, ничего не знаю. Да, я видела. Can I have some glass, please? Some glass. Glass, yes. С моим сыном бегали, играли. Круто! Добрый день, здрасте. Доктору Куцаеву. Да. Наверное, да. Все-таки хорошую идею вы мне дали. Куцаев, да, хороший, хороший доктор. Вы похорошели. Да, я всегда одинаково. Ничего во мне не меняется. Ни туда, ни сюда. У нас говорят, что США, которые защитят Тайвань. Ну, это же... Они никогда этого не скрывали. Они также хотели защитить Гонконг, но они получили тогда. Надеюсь, что и сейчас так же будет. В этот момент как раз мы с Зорой были в Гонконге. Мы уехали отдыхать. Решили хотя бы на несколько... В этот момент мы с Зорой решили отдохнуть в Гонконге. Сняли пятизвездочный отель с бассейном. Поднимаемся на крышу, на бассейн. И видим, что весь город просто вот километрами люди идут. И в руках держали свечки почему-то. Идут со свечками. Мы спросили, что происходит, а у нас говорят это, ну какие-то, ну вот эти проблемы типа начинаются, что у нас мы митингуем, мы не хотим присоединяться к Китаю, вот. Мы с Зорой и так испугались, сдали отель и убежали тут же, взяли билеты и уехали оттуда. Мы подумали, что сейчас мы тут застрянем и обратно не сможем вернуться, границу не сможем пересечь, и уехали тут же. А вы губки делали? Не-не-не, не делала. Мне нельзя делать губки. Вот вы представляете мои губы? Они и так у меня вот отсюда до сюда, да еще их и сделать. Это будет вообще, конечно, мне кажется, одни губы на лице. Это я один раз решила на свою голову сделать губы, но это было просто жуткое зрелище. Просто Влад Кадони меня преследовал и просто задавал вопросы про эти губы. Я вот так вот ходила. Просто я его ненавидела. Так, господи, отстань, просто отстань от моих губ. И когда он со мной разговаривает, конечно, все нас в первую очередь, где он появляется, там и камеры, и там и снимают. Вот. И я прям не знала, что уж делать. Как от него избавиться. Ну и потом сдула я эти губы, и больше такой попытки уже не было. Да, попробовала, очень вкусно. Понравилось. С вашего разрешения, дорогие мои, не могу терпеть. Терпения нет.
там, где США, там только войны и беды, да. Доктор Кудзаев был очарован вами, кажется, после того. Доктор Кудзаев очарован своей женой. С чего это он мной будет очарован? Хочется мира и хороших отношений с Китаем. Нам надо думать о том, как развивать свою страну, свое производство, чтобы не зависеть от них. Строить свои реформы. Реформы, как Ковальков орет. Страна нуждается в реформах. Я на самом деле готова. То есть я буду знать, что от этого что-то зависит. Я буду вообще никуда не поеду, не буду даже отдыхать. Нет, ну отдыхать буду. Буду. Но я готова вложить свои силы, свою энергию в то, во что я могу. Ну реально. Чтобы будущее этой страны и вокруг которой него, естественно, Джорджия тоже, процветали. Потому что я не верю. У Европы сейчас свои проблемы начнутся, им не до Грузии будет. Приятно, Абекина, спасибо вам большое. Угу. Красивая страна, Китай, да, очень красивая. Что слушаете? В общем, позитивом и энергией он... А, в общем, позитивом и энергией он говорил. Да-да-да. Да, он это сказал, да. Посмотрите, как энергетика изменилась с приходом в мой эфир этого человека. Все так вот. Я была третья. Он пригласил. Я была третья. До меня были две женщины еще у него. А потом, когда я зашла, я такая была прям громкая. Жена, вы посмотрите, как изменилась энергетика с приходом этой женщины. Он сказал, да-да, я помню это. Да, он хороший доктор. У него я бы сделала, да. Вот это. Мне больше ничего не надо. За ваше здоровье. Это лимонад. Какой вкусный лимонад они делают. Это просто... Правильный выбор все-таки сделал. Что заказал не чай, а лимонад. Поблизишь, конечно, скучаю. Паричка, какая вы классная. Ну, не знаю. Иногда бываю. Как мне вчера Квин написал, как-то вот очень интересно он назвал мое состояние. Иногда я такой бываю на самом деле, да. Моя любовь пришла. Просто перчик. Острый перчик. О, нет. Так, я и с вами, и с собой, с
вашего разрешения, простите меня, ради бога. Может, меня видите лучше? Ну, давай, поотвечаю на вопросик и выйду. Чемаринечка, добрый вечер. Приятного аппетита, спасибо вам. Нет, у меня еще сын. Он в Сочи живет. Чего они этот гарнир делают? Мне кажется, это баклажаны с сыром. Так вкусно прям. Не пюре, а именно баклажаны с сыром. Кушайте на здоровье. Как-то вот неудобно себя чувствую. Перчик, я надеялась, что он будет острый, но он не очень. Я же ж грузинка, мы перцем заедаем еду. Да. Да, я в Китае. Конечно, они обожают свое национальное. Но... Вот я сейчас в арабском. Ты знаешь, очень много китайцев, кстати. Очень много. Я в иранском ресторане. Мышка, приятного вам аппетита. Спасибо вам. Извините, что я ем перед вами. Да, я аппетитно ем всегда. Я работаю так же. Агрессивно. Ем агрессивно, работаю агрессивно. Да, приятного. Спасибо вам. Сейчас куда вы кушаете? Не знаю, кому это нравится или нет. Да, такая недовольна. Почему недовольна? Да, очень довольна. Очень даже. У нее все хорошо, слава богу. Ну, без проблем в жизни не бывает. Есть какие-то проблемы, но они преодолеваемые. Не нужно. Мне тоже нравится сразу. Ощущение уюта. Ну, спасибо вам. Thank you.
ладно, мои дорогие? Я хотела пойти с вами в магазин. Ну, думаю, стоит этого делать или нет. Просто есть перед вами, как-то не очень себя комфортно чувствую. А попрощаюсь, я еще раз зайду. Лучше так. Cheers! Всем хорошего дня, благословенного. Все, все, давайте, пока-пока. Все.